have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет! Мы тут решили подойти в Cursed Island, у них зимний апгрейд, апдейт, все дела. Ну, то есть, зима, к великому сожалению, уже заканчивается, осталось не так много. Но во многих режимах до сих пор есть зимние ивенты, это хорошо. Тут, кстати, елочка присутствует, вот, например. Мы здесь в последний раз были довольно давно. Да, до этого апдейта этого всего не было. Здесь появилась крутая музыка новогодняя. Здесь появилась елка, появился снег. Вот он падает и все дела. Вон там появились, не знаю, что это, кексики или не кексики. Выглядит все это прикольно. Атмосфера очень крутая. Я думаю, прямо сейчас можно уже покинуть. Ты хочешь реджойн сделать? Да. Зачем? О, на елку можно забраться. Я звезда этого шоу. Почему мне не получается использовать мой реджойн? Не знаю, у меня фри реджойн остался. Да, иди! Неплохо, кстати. Выглядит очень даже очень. Вот, в общем-то, посмотрим, как это все получится. Нового, кроме как декорации, я думаю, что сюда ничего такого не подвезли. Но, в принципе, это как раз от этого не бомбит, потому что этот режим какой-то такой хороший, уютный сам по себе. Здесь просто приятно находиться. Хотя вон там какая-то пальма. Ты не знаешь, что делает пальма? Не знаю. Не, все-таки что-то новое подвезли. Там какая-то пальма. Мне интересно будет сейчас, когда пойдем в каточку, увидеть ее. Так, хорошо. Что у нас тут еще есть? Машина. Блин, я на машину так и не накопил, жаль. Знаете, сейчас такое время наступает, когда уже начинаешь потихонечку скучать по новогодним праздникам, по вот этой атмосфере. Они уже прошли, и этого начинает не хватать. И осталось ждать каких-то 10 месяцев до следующего Нового года. Ну, чуть побольше, может быть. Поэтому вот возвращение в такие вот места, где до сих пор еще новогодняя атмосфера, где до сих пор еще рождественская музыка играет, где все еще как будто месяц назад, оно очень приятно. Надеемся, вам тоже понравится такая атмосфера. Так, сейчас посмотрим, кого там тарелка присутствует. Чувак по тарелке управлять не умеет, видимо. Их осталось один на один. Ну уже, свари ее. Ты серьезно? Она от тебя убегает, чувак, ну... Он сейчас упадет в воду, мне кажется. Да. У него закончилось топливо, он упал в воду. Кросавчик. Кросавчик просто. Ну что ж. Наше время. Пойдемте и попробуем выиграть. Так-то мне всегда казалось, что здесь интермиссии очень короткие. Но с другой стороны, когда тебе ничего не надо делать во время интермиссии... Смотри, ух ты! Посмотри на свой остров. Крутой. Огоньки! Офигеть! Вот нет, вот классно сделали. Вдруг еще какие-то новые эффекты появились? Возможно, возможно. Так, ну пока что я вижу только вулканию. Музыку поменяли. Поменяли музыку не только в менюшке, там, то есть там была такая приятная, спокойная рождественская музыка. Видел? Видел, что он делает? Что он делает? Офигеть, я сказал, тут нет никаких обнов, фиг 2. Во-первых, только что вылезла лапа кракена с куском корабельной мачты и начала сметать людей с острова. Потом мы видели какую-то пальму, тут завезли кучу всего. Я не знаю, эту игру, этот режим не обновляли, наверное, года два, но то, что сейчас здесь происходит, это выглядит офигеть как круто. О, мясорубка вылезла. О, торнадо теперь стал более торнадным. Я не знаю, ну вот я вижу мясорубку, вот я вижу торнадо, батут, это все то, что было. Но мне интересно теперь посмотреть на новые вещи.
Интересно, как тостер выглядит, если тостер такой же. Ну, то есть, они не полностью перерисовали острова, они поменяли цветовую гамму. Да хорош меня толкать, уйди отсюда. Где Кракен? Почему торнадо вместо Кракена? По-моему, Кракен был гораздо получше и поинтереснее. Нет, Кракен есть, он забирает острова, все нормально. Просто он не каждый раунд теперь, наверное, вылазит. Музыка такая сделана, вроде как и рождественская, а вроде как такая пиратская. Ой, чувака засосало. Да хорош меня толкать, блин, что за глупое это... Все, свали от меня. Ненавижу таких людей, которые стоят и толкают такие. Да что я тебе сделал? Я стою по центру острова. Если что-то вылезет, чтобы со мной... Ой, блин, лед. Да, теперь не только Кракен забирает острова, теперь есть еще и торнадо. А, вот этого раньше не было. Нет! Это стекло. Ломайте стекло. Я думал, что это лед. А, вон там лед, а это стекло. Блин, это тупая девочка, она опять... Да я тебе говорю, что она не очень умная. Но теперь она уже не толкает. Вот, видел, Кракен? Ты видел? Его перерисовали, да? Кракена полностью перерисовали, то есть раньше у него щупальцы были такие более как лего-подобные. А теперь посмотри, где я. Я вижу, ты на мясорубке стоишь. Офигеть, как я ровно, я только в портал залез, вылезла мясорубка, и я прям вот сюда попал. Ну они же центрованные, да. Опа! О, тостер. Ну, тостер выглядит так же. Кракена полностью перерисовали, тостер выглядит так же, мне нравится. Умри. Та-да-дан-дан-та-да-дан. Прикольно, прикольно. Блин, атмосферка стала. Слушай, а ты ко мне не хочешь пойти? Не, спасибо, а там у тебя пукан вылез. О, смотри, вылезли лазерные барьеры. Там стекло с лазерным барьером. Лазерные барьеры, это вообще что-то крутое новое. Так, туда только что прилетело, я думаю, что... Мне вряд ли... что-то уже не очень хочется стоять на этом острове, как-то опасно. Блин, на меня уже так много метеоритов прилетело. Так, ну-ка. О, вон, смотри, я видишь? Вижу. Пальма, у меня пальма с грушами. Смотри на этого. Вкусно. Ты видел? Да. Он мачты лупит по острову. Дайте такой. Дайте мне еще груши, это вкусные груши. Фух, вулкан исчез. А куда парень исчез? Парень просто вышел, стой, мы с тобой вдвоем остались. Хочешь ко мне? Ты просто сидишь и груши лопаешь там? Да. Я тоже так хочешь? Я сейчас попробую перебежать на следующем этом, если мне не схавает ничего. Вкусные груши, давай. Какие вкусные груши. А, Кракен! Мачты такой. То есть здесь бесконечное количество... Вон, пальма, вижу. Убирайте воду. Блин, как вкусно. Крутяк, вот этого тоже явно раньше не было. Этих груш слишком много, и как только одну грушу собираю, сразу другая растет. Нет! Это была приманка! Нет! Еще чуть-чуть, и ты бы ко мне залез. Да, было бы неплохо. Хорошо. Второе место. У тебя там груши летают. Почему у тебя груши летают? Смотри. Первое, второе место. Тут реально крутяк. А, нравится мне на этом пьедестале находиться, всегда приятно. И теперь можно с берега любоваться. Эти, где мы там? Вон мы там танцуем, нас видно, как мы танцуем. Крутяк, хорошо. Так, чувак. О, грушу я подобрал, грушу. Наруто! Так, торнадо, что там еще? Мне понравились пока вот эти новые новиночки, которые сюда завезли. Прям прикольно сделали. Я сейчас к тебе заеду на двор. О, давай. Блин, я забыл, что у нас есть эффекты. Блин, не смогу. Где там наш любимый эффект? Олени зо! Мы одновременно сделали.
Пинг-понг. Блин, знаешь... А... Да не. Да-да. Нет, я думаю, почему никто больше эти эффекты не делает? И мне на секунду показалось, что, возможно, эти эффекты сейчас стали какими-то уникальными. Или... О, глянь, глянь, Кракен. Хрюкен. Хадукен! Хрюкен. Ну, они все за нами бегают, наши фанаты. Ладно, шучу, шучу. Просто чуваки, которым не фиг делать. Батут, смотри. Мачный по батуту. Он три раза бьет, фига себе. То есть теоретически это то. Еще в конце прочищает. Ага. Так, я пошел отсюда. Слишком людно. Блин, у меня все залагало, у меня вода бесконечная. Ой. Вода горит? А, тебя выбило. Да? А, перезаходи. Сейчас. Сейчас как перезайду. А, стекло сейчас раз... О, чувак, чувака разбило. Как и стекло. Твоя жизнь оказалась такой же стеклянной, как и твой остров. И всякие другие офигительные цитатки, короче, да. Надеюсь, я смогу использовать реджоин. Попробуй, попробуй. Кто ж тебя знает-то? Кто вдруг? Ну, ты в игре. Написано, что ты присоединился. Погоди, Альтер 35 это твой чувак? Да. А, ты, ну так поздоровайся с ним. А я просто, у меня чат был выключен. Хай-хай. Реджоин не используется! Слушай, это посмотри. А, это вот этот вот перец. Посмотри в таблице. Двуликий. Чувак, у которого 230 ранг. Звездный единорог, фига себе. Чувак, как ты мог? То есть у меня 47-й. А, Азулинский тоже 47-й. Тут, то есть, парочка олдов присутствует. Я, ты и еще два чувака. А так, в принципе... Слушай, здесь есть несуществующий эффект. Тан-та-та-тан-тан-та-та-тан. Так, пора менять остров. Мне кажется, я тут засиделся. Давайте попробуем вот сюда вот. Это, возможно, будет интересно. А что за несуществующий эффект? Робоксы, которые будут вокруг летать тебя. Вокруг тебя летать вокруг тебя. Экстра слот только за робаксы можно открыть. Эх, жаль. Что-то чувак, он тебе говорит, я заторговал свои задания, что-то свои эти таски. Ты вообще понимаешь, о чем он? Да. Хорошо. Но мне лень разговаривать, я лучше просто поиграю. О, там пиратский остров, разборки на мечах. Смотри, для чувака. Там прямо же пальма. Еще ко мне все так прикольно. Нет! Мне как будто сверху написан какой-то особый ранг. То, что он самый старый игрок. О, забрали меч, он его не успел убить, хорошо. Кракен забрал. Слушай, так, новый тут... эффект появился. Какой? Штурвалы вокруг тебя. Летучие штурвалы. То есть стоит пооткрывать сундучки, да? Да. Хорошо, попробуем. Сейчас будет интермиссия. Чего все ко мне-то прибежали? Блин, какого фига эти ящики за руби так дорого стоят? Ну, как-то да, подорожало все немножечко. Ну, не знаю, я сейчас рубины буду копить, продолжать копить. Не знаю, сколько мне еще выпадет. Хочу все-таки тачку себе. Я уже сколько времени пытаюсь на нее накопить. Но мы просто не так часто играем, поэтому копится медленно. Если кто не в курсе, ребята, когда-то эта фишка была сломана, и можно было накопить практически бесконечное количество...
А как это? 14 место. Погоди, нет, а погоди, а как раунд-то закончился? А как я умер? Я забыл, как я умер. Я третье место. Нет, тебя выкинул, ты не умер. А, точно. А чё так много игроков играют в это? Ещё сервера никогда не были так заполнены. Так обнова вышла, чувак. А, так это, наверное, наши фанаты не поняли то, что мы здесь играем. Меня портнуло чуваку на голову, я только стал просыпаться, это... Так, хорошо. Гамазин. Сейчас, сундучок открою. Монеты. А, пиромантия, она дублировалась монетами. Там... Лучше всего открывать сундучки за руби. Потому что из этих сундучков тебе нифига нафиг не выпадет. Нифига нафиг. Ну нет, я открывал те, которые у меня были выпавшие. Я ж не это... Фух. Мне на самом деле нравится один эффект. Вот и посмотри, там еще какой-то эффект вообще странный. Кубики какие-то, квадратики. Из тебя? Нет, у другого чувака. У меня-то понятно, то, что у меня 3D-квадратик. Ну такой 3D-квадратик у нас есть, да, это я помню. Это а, вот эти льдинки такие? Или это... чё? Блин, вот этот эффект просто страшный. На эти кубики смотришь, и тебя просто берет и укачивает. Я другое не понял, как прошел прошлый раунд? То есть оставалось 5 человек. Как мы выиграли? И почему я третье место, если осталось 5 человек? Мне нравится эффект черепов. А, не-не-не! Дофига ли! Иди сюда! Чёрт! Ай, спасибо, чувак. Я тебя убью, как только у меня меч появится, понял? Я убью тебя, лодочник. А, реджойн, а, бесплатный реджойн был только на первое это. Сейчас реджойн по 10 робаксов, так что нет, спасибо. Нет, имеется в виду, у тебя, когда заходишь в игру, есть один бесплатный реджойн, чтобы ты не ждал карточки, чтобы ты мог сразу влететь сходу, с ноги прям. Сейчас понаблюдаю. Картошка! Кто не по тебе? Кракен? Да, Кракен делал такой вид, как будто прям по мне. Уйди! Давай сюда, прям сюда! Картошка! Лопнула на подлетик колодца, такая бежит. Шахиды чертовы. Так, ладно. О, минус остров. Я хочу обратно к порталу, там очень интересная клетка. Вон чувака бы эту клетку только что размазала. Он такой прямо в прутья. Неплохо так прилетел. Наверное, хотел кого-то... Да что, блин, что вам маслом что ли намазано? Что вы все у меня на голове-то топчетесь? Что за фигня? Уйдите от меня. Так у меня... Нет, вулкан! Картошка! Вулкан! Да нафига я постоянно... Прыгаю туда, куда не надо. Надо убить. Так, картошка лопнула. Блин, у меня деревянный меч. Дорогое, смотри. Да ты че, тоже прыгаешь? За мной гоняется звездный единорог. Вы серьезно? Умри. Все, у тебя больше нету. Слушай. Чувак, рано или поздно я тебя убью. У меня получится, я сделаю это. Сюда иди. Сюда иди. Сейчас тебя как зарежу. Ножиком зарежу. Нет, не на этот остров. Все, приехал. Меня вулканом пришило. Угу. Против тебя вообще все силы природы собрались. Смотри, вулкан, кракен, все подряд. И все начали тебя месить при этом. Нормально.
А, ладно, сейчас посмотрим, чем закончится эта карточка. На кого ставишь? Я ставлю на вулкан. Прикинь, такой поворачивайся на пьедестале, вулкан на первом месте. Так, кракен, колодец. А вас островок, кстати, так еще много осталось по-хорошему. Блин, сейчас бы прилетело бы этим метеоритом в это, и было бы нормально. Ага. Да ну, блин, не видно же ничего, свалите нафиг. Что за тупая привычка? Так, минус... Ах, чувака через лазерный... О, черепа! Я получил 30 рубий, прикинь. За что? За код. Какой? Happy Holidays. Большими буквами? Ну, вот я в чатике написал. Так, маленькими? Ну, давай введем. Да, крутяк, спасибо. 30 штучек пришло. Все, победа. Победа, победа. 15 место. Ладно, ребятушки. Так, сегодня мы с вами поиграли. По-моему, очень круто. Сделали здесь классное обновление. Завезли некоторых новых вещей. Вообще, режимчик смотрится посвежее, поинтереснее. Хотя он всегда был очень крутой. На этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. И всем покеда. Всем покеда.